Наприкінці сюжету пролунало запитання, чи варто створювати красу, якщо залишається лише потворне. Може, з нами щось не так, і бажання знищити і зіпсувати – це патологія? І з цим питанням до фахівця сьогодні в нашій студії психолог Олеся Ольховик. І ми поговоримо, чому деяких людей тішить процес знищення. Здравствуйте. Здравствуйте. С юридической точки зрения мы имеем статью 214 Уголовного кодекса Украины. Это вандализм. А вот вандализм с точки зрения психолога, что это такое? Всем, наверное, известна природа вандализма, что в 240-м, сейчас не вспомню, каком году, да, вандалы, племя такое, зашли в Рим и вынесли все ценное. То есть оттуда пошло вандализм. То есть это про что? Это про то, чтобы что-то уничтожить и что-то сломать. Это про какую-то агрессию, направленную на предметы. Откуда берется? Есть много разновидностей вандализма и их природы. Давайте выделим в тему нашей передачи два вида. С одной стороны, это порча красоты и заявка о себе, когда люди не бегут, когда они не прячутся, когда это делается открыто. Это про что? Это про то, что у человека путем в процессе взросления не было сформировано навыка выражаться в социально приемлемой форме. Не научили рисовать, не дали выхода каким-то творческим силам. Как еще заявить миру о себе, кроме как испортить что-то плохое, что-то хорошее, да, что сделали другие люди? То есть, с одной стороны, мы видим демонстративную такую реакцию «узнайте обо мне». Это крик к миру. Я есть, я существую, но в такой уродливой форме. Да, кто-то умеет писать красивую музыку, рисовать картины, создавать скульптуры, а кто-то может лишь их разрушать. И таким образом его имя тоже появляется, как убийство, убийца Джона Леннона был рядом с Джоном Ленноном, да, как черный квадрат Малевича и все, что было нарисовано на нем сверху баллончиком. То есть это про то, что таким образом часть людей хочет просто заявить о себе. Самореализация вот такая вот, да. С негативной точки зрения. Да. Да, мир обо мне слышит. Наша культура в последнее время очень нарциссична. Вы же знаете, что болезненно следим, сколько лайков поставили под тем или иным фото. То есть люди зависимы от общественного мнения. Нет внутреннего наполнения большей части, да, вот людей, которые зависят от мнения. И для того, чтобы поднять свою самооценку, доказать себе, что я существую, что я имею право существовать, нужно совершить что-то громкое. Если не получается совершить громкое и хорошее, то мы совершим громкое и плохое. И помните, как в мультфильме «Попугай Кеша»: обо мне узнают, обо мне заговорят. То есть это вот про это. Ну, это первая такая составляющая, когда ты не боишься, что тебя уличат в чем-то плохом. И есть же вторая форма вандализма. Да, это когда не просто ты не боишься, а ты стремишься к тому, чтобы тебя поймали. А есть вторая форма. Уродливые надписи, слом памятников, предметов культуры и бегство. Тут мы, скорее всего, будем говорить о внутренней агрессии. То есть в человеке есть внутренняя агрессия. И он ее пытается выпустить в окружающий мир в такой форме. Это про что? Где-то человеку, возможно, сделали больно. Все мы родом из детства. Где-то он не нашел понимания. Не секрет, что девиантное поведение, да, то есть отклоняющееся от нормы, в том числе и вандализм, свойственно сложным подросткам. Причем так интересно, они не дураки. У них уровень IQ на уровне, как бы, среднестатистического школьника. Но успеваемость их в школе значительно ниже. То есть как ребенок может реализоваться вот в этом своем возрасте? Ну, в принципе, да, все учатся в школе. Пусть некоторые говорят, что, ну, это сейчас не очень популярно быть хорошим учеником, но тем не менее, как быть успешным в этом возрасте? Вот так. Если у ребенка не получается быть успешным в таком формате, у него накапливается очень много агрессии. Очень много агрессии по отношению к внешнему миру. Может быть, к родителям, к учителям, к сверстникам. Ну и, в принципе, к окружающей среде. Куда эту агрессию девать? Не все дети посещают там бокс, спорт и тому подобные вещи. То есть есть куча кипучей энергии внутри, которой надо дать выход. И она, эта агрессия внутри, она очень больно действует. И как сделать
так, чтобы было больно, допустим, окружающей среде, и зародовать ее. Ну, тут, наверное, проблема на уровне государства, я считаю. То есть 25 лет практически никто не работает в этом направлении. Да, да. Потому что вандализм – это такой симптом неустроенности социального мира жителей страны, где не простроены семейные ценности, где не на что ребенку опереться. Смотрите, мы живем в такую эпоху перемен, это очень сложно. То есть если до этого был Советский Союз, то там было все понятно, как хорошо, как плохо, и что будет, если ты сделаешь плохо. Потом пришли лихие 90-е, да, с цепями, какими-то странными костюмами и властью денег. Потом еще что-то, еще что-то. И даже у взрослого поколения, да, потерялись ориентиры. А что на самом деле хорошо? А что на самом деле плохо? Повышается тревожность. Государство не заботится о семье. Нет какой-то системы поддержки. Нету системы просвещения. Да? Нету системы вообще понимания, как детей воспитывать, чтобы они росли цельными, гармоничными личностями. Пусть не всегда с пятерками, но во всяком случае, которые не пойдут крушить окружающий мир. Ну, то есть, иными словами, вы хотите сказать, что для начала был и упущен институт психологов, то есть подготовка психологов, да? Да? Да. А если нет специалистов, кто ж будет работать? На психологах такая стигма лежит, что к ним идут те люди, слабаки, которые не могут справиться со своими проблемами сами. Вот у нас сломается утюг, мы идем в дом быта, чтобы его починить там. Прохудилась обувь, мы идем в обувную мастерскую. Но почему-то, когда у нас портятся отношения с окружающим миром, никто не соглашается прийти и разобраться к людям, у которых есть инструменты работы с этим. На ваш взгляд, вот агрессия молодеет, и насколько молодеет? То есть вот вы же общаетесь с пациентами. Да, молодеет. Сейчас, раньше это начиналось пубертат, больше, когда вот началась гормональная буря. Что такое пубертат, да? Это заявление миру тоже о том, что я есть, это отжимание своих границ. Так вот, чем интересная штука, что для того, чтобы отжимать свои границы, ребенку изначально нужно было понять, где эти границы есть. То есть, чтобы у него папа и мама сказали, вот наши правила жизни, вот наша система ценностей, она, которая, в принципе, интегрирована в государственную, да, систему ценностей, не противоречит нравственным нормам, каким-то там библейским заповедям, еще чем-то. И ребенок потом начинает взрослеть и говорит, а я хочу больше прав, я хочу меньше обязанностей. Ему родители говорят, нет, вот так. Это пубертат. И вот когда накапливается какое-то напряжение внутреннее, ребенок что-то может крушить. Сейчас пубертат сдвигается, дети стали взреть и взрослеть раньше. Если раньше мы говорили 14, 15, 16, сейчас уже 11, 12, 13. Они уже в 10 лет рожают, пример Винницкой области. Это кошмар. Это все о том, что психоэдукация, да, это вот психопросвещение, о том, как вообще обращаться с этой жизнью, чтобы потом не было больно за прожитые годы, она не поставлена на государственную основу. У нас мало социальных роликов, у нас мало оповещения о том, что опасно, что не опасно. У нас очень мало понимания о том, куда можно пойти, если у тебя возникают проблемы. В конце нашего общения давайте вот подрезюмируем, на какой-то позитив выйдем. Итак, проблемы есть практически у каждого человека с психикой. Есть недообследованные, медики говорят обычно так, да? Итак, вот совет от человека-специалиста, как уберечь своих детей, своих родных и себя от ненужной агрессии. Детей обнимать много-много, друг друга обнимать много-много. Я как представитель телесно-ориентированного направления психотерапии говорю, что мы очень забыли про наши тела. И это очень классно чувствовать контакт. Я чувствую контакт на уровне тела. Договариваться, иметь общие ценности, смотреть с детьми мультики, интересоваться их жизнью, но прежде всего держать этот контакт, не откупаться материальными ценностями, не откупаться каким-то другим времяпрепровождением, а проводить время вместе. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас, наглядачам 9 каналу. Нагадаю, що Олеся Ольховик, психолог, була у гостях у нас сьогодні і говорили про дуже цікаві і важливі речі. Рухаємось далі.